было ужасно больно. Вот когда живой живот, в животе не было боли. А вот челюсти, ну да, вообще все верно. Агрессия, подавленная злоба, вот это есть. Постоянно пытаешься быть хорошим, не можешь позволить себе поплакать, потому что это слабость. Не можешь себя пожалеть, жалеешь других, тебя никто не жалеет. Как-то так. А сейчас как вы себя ощущаете? Если честно, разбита. Вот когда меня начали обнимать, немножечко полегче стало, но как будто, знаете, вазу так расколошматили, битой, бейсбольной, одни осколки внутри. То есть любви, когда даешь, энергии, когда даешь, и человек вот это состояние любви давно не чувствовал, у него начинается выход слез. Ему начинает себе жалко быть, и он утраченное время, вот это вот сожаление. И человек в этом раскрывается, и в какой-то момент, когда он пытается это уже удержать, когда уже мозг начинает работать, тогда можно уже немножко где-то поддавить пожестче, и тогда быстрее все выходит. Но вы не жалеете о том, что пошли? Нет, ни в коем случае. Я в это верю, я знаю, что энергия, она определяет нашу жизнь, я знаю, что это есть во всех, и я считаю, это высвобождение. Вы сейчас у нее потом спросите, как она себя чувствует, потому что, еще раз повторюсь, да, то, как это выглядит снаружи, и то, как это происходит, когда с тобой, это, ну, в общем, с тобой это намного проще все. Нет, нет. Мне так не надо, да?